Привет, привет всем. У меня, знаете, у меня тут как бермудский треугольник, и телефон не ловит нигде, он лежит вот там, на улице, потому что нигде не ловит. Здесь такие стены старые, этим зданием всем по 100 лет с лишним, очень сильная влажность, в общем, трындец капец. И чтобы почитать какие-то ватсапы или звонки, у меня телефон там лежит. Сейчас, знаете, когда видишь своих клиентов, у меня есть клиенты, иностранцы, которые приезжают сюда на выходные, Франции, вот рядом, которые, вот, с Франции все едут без проблем на машинах. Вот сейчас пришла женщина одна, она ходит ко мне каждый год, я не знаю, может быть, даже она перед тем, когда приезжает, стрижется, и когда уезжает, стрижется у меня, вот, и... По-испански «ни бе, ни ме, ни кукареку». Она раньше ко мне приносила фотографии, а сейчас мы уже, как говорится, столько лет вместе, что уже знаю, как ее стричь и все. И как-то, знаете, едут, не боятся. Я говорю, ну, я ей говорю там, пытаюсь что-то ей сказать, а вижу, что она не понимает. Вчера муж, видимо, ее позвонил, тоже мне как-то сказал, парикмахерская. Я говорю, да, он девочка. Я не пойму, какая девочка, что девочка. В общем, кое-как мы назначили время на сегодня, вот, и пришла эта женщина, я так, знаете, обрадовалась, знаете, потому что какая-то ситуация такая, что все как-то теряется, все куда-то уходит, но когда возвращается, вот, еще одна сейчас клиентка позвонила, она болела тоже сильно, непонятно, что с ней было, вернее, точнее, по медицинским прогнозам ничего с ней не было, но вот она уже старенькая бабушка, как-то у нее вот, мало ест, знаете, и вот сейчас позвонила, говорит, ты сдам? Она всегда ходит по пятницам. А сколько же она ходит? В 10:30, по-моему, или вот так как-то. Я говорю, да, говорю, в твое время никто не приходит, так что приходи. Она меня привезет, там родственники, ну, эти. И вот сейчас комментарий прочитала англичанка или американка, вот тут, которая живет. Вот, она любительница поквасить, прям вот вообще. И вот вспомнила про нее, представляете, 2 недели назад у нас в субботу как раз был праздник, она мне такая шлет ночью там смс-ку, ой, Оксана, я тут такое милирование себе нашла, все, я завтра к тебе приду, во сколько к тебе прийти, мы забацаем это милирование, все, все зашибись, все окей. Ну, я думаю, суббота, выходной вообще был. Везде, я говорю, ну ладно, ей сделаю, чтобы она, знаете, ни с кем больше не встретилась, только вот мы наедине. Уж как-нибудь я ее переварю. И что вы думаете? Я приехала. Сейчас. Это у нас каждый час. Куранты здесь отсчитывают время. В общем, я приехала в эту субботу, как дурак. К ее времени жду, там 15 минут опаздывает, 20 минут опаздывает. Короче, она ни хрена не пришла. Она, видимо, с привет с большого Будуна написала мне это сообщение. Потом через 2 дня нам пишет, ой, извини, я проспала, там ля-ля-ля, тополя. Я так отвечаю, я злая была, страсть. Ну, я, знаете, как спичка, я быстро зажигаюсь, быстро остываю. Поэтому, если бы она пришла в это время, я бы ее, наверное, отчекрыжила. Но так как через 2 дня... Я уже остыла и говорю, ничего страшного, говорю, когда у тебя будет время, ты приходи без записи, без времени, без всего, потому что нахрен, вот это уже не первый раз было такое, когда она говорит, приду в это время и не приходит. Больше я никакое время ей не буду давать, потому что она нахерашится ночью, а я сиди потом ее жди. Так на той неделе она мне шлет, она там с мужем развелась все дела, потом с этим мужем, да, у них там чуть ли не до суда, там вообще такая история. Там он меня бил, там он меня там, это, надо мной издевался, он меня постоянно унижал, принижал, говорил, что я некрасивая, я накрашу губы, а он говорит, куда тебе красишься, тебе это все равно уже не поможет. Вот, я там такая, ух, гадина, такой ля-ля-ля, то погляжу, потом они в баре сидят вместе, вино пьют, такие чуть ли не это, не целуются, милуются, говорю, странные какие-то. В общем, каждая семья, и это вообще потемки. Так она не только мне, она тут всем рассказывает, синяки показывает, а в синяках она постоянно. Так вот, она мне шлет сообщение и говорит, Оксана, у тебя нет как кого-нибудь, кто вот у меня вот дом, у нее тут дом, вот, ну, дом, ну, дом, да, двухэтажный. У меня вот пол дома, свой вход кому-нибудь сдать. Вот, какой-нибудь официантке или еще кому-нибудь, какие здесь официантки, кто здесь полезет жить. Здесь
два бара, и все эти бары работают, ну, сами на себя, то есть сами хозяева, сами и работают. Есть, ну, я говорю, не, еще знаете что, кого-нибудь посоветуешь, она же это, и, блин, как это устроит там какие-нибудь? Я говорю, не знаю, но чтобы, как говорится, остаться в хороших отношениях, говорю, ну, если я услышу, я тебе обязательно расскажу. Такая вот у нас тут история. И вот эта француженка, я ей такая, ой, мы, как мы разговариваем, жестами, жесты никто не отменял. Я ее спрашиваю, на чем прилетели, на авионе или на машине? Бррр. Она такая, на бррр. Я говорю, понятно, она такая, в субботу. Я говорю, отлично. Вот, вот так и поговорили. Ой, не могу, и смех, и грех. Вот так вот я вам поболтала немного. Это я просто комментарий прочитала, говорю, надо рассказать про эту американку, которая любит выпить. Они, правда, знаете, вот американцы эти, они прям вот поели, у испанцев сиеста, спать надо, а у них надо выпить. И вот они квасить начинают после обеда и сидят. Потом, говорят, русские пьют. Я тут, когда у меня спрашивают, там некоторые, ой, а русские любят выпить? Я говорю, любят. Раз в год, раз в месяц, там на праздники, говорю. Ну, не как испанцы. На обед обязательно вино или пиво. Или другие какие-нибудь иностранцы, которые квасят и квасят и квасят. Просто знаете как? Привыкли, что русские водка. Мы же как любим эти маленькие стопочки, они же тут намешают всякие коктейли, и типа незаметно, и типа это не выпивка. Угу, от этих коктейлей ноги отказывают, ты упадешь, и все, и ищи пропало. Поэтому лучше стопочку с едой, они-то не едят, они-то любят выпить без еды. Как-то я вообще это не понимаю, как так? Это меня вообще с одного этого их коктейля унесет. Ищите меня семеро. Ой, блин, вот так вот. Поболтала с вами немного. Ветер поднялся, прям такой ветроган, но он, по-моему, с другой стороны, не ветер де Левант, когда ветер де Понент оттуда, он такой прохладный, холодный даже, и море становится ледяным, а де Левант это откуда солнце встает, там он-то теплый ветер. Ну, мне, в принципе, море уже по барабану, потому что, мне кажется, я уже в этом году закончила купаться, потому что оно холодное, я люблю теплую воду. Посмотрим, хотя у нас еще октябрь есть. В общем, вы уже поняли, делаю ладушки, кабачковые ладушки. Что-то я подумала и буду доедать, там у меня какая-то часть крылышка осталась, какая-то часть свиной ножки осталась. В общем, доедаю все, что есть в холодильнике и съем манго. Они уже все поспели, буду сейчас чистить и буду наслаждаться манго. Очень люблю колокао, прям и иногда себя балую. Что я хотела-то? Сейчас достала посуду, кое-как помыла, индейку достала, замариную, завтра отправлю в духовку ее на приготовление. Не знаю, как замариную, с чесночком, наверное, со всеми делами. И вот я просто увидела вот эти свои лавашики и вспомнила, что надо типа а-ля кебаб сделать. А еще у меня еще танин белок есть.
не белокочанный, а сиренево-кочанный. Надо из него сейчас забацать салат. И чтобы про это не забыть, я его достану из холодильника и поставлю на стол. Потому что, как говорится, знаете, с глаз долой и сердце вон. Так и у меня. Все забывается. А я приду, о, кочаночек лежит. И сделаю салатик на завтра. А сейчас побалую себя вкусным-привкусным колокао. Написано, что без сахара. Ну, типа худеем. Площадки переполнены. Дети маленькие, дети большие. Все вместе играют, гуляют. Зато в школу не пойдем. В школе опасно. А в парках не опасно. По 20-30 человек. Вот удивляюсь я. Родители тоже там стоят. Ничего не страшно. А в школу страшно. Странно. Нанесла себе масочку на лицо, на волосы. Вот, смотрите, я перед тем, как нанести маску на лицо, чищу вот такими вот, ну вот поняли, где купила, соединяешь с умывалкой, это порошок такой, видите, и как песочек такой, хорошо чистит лицо, прям вообще классно, натуральный 100%. И потом нанесла масочку, вот такую от Кико, я ее в спортзал покупала. Потому что если ее размазываешь сильно-сильно, то ее незаметно. Но я сейчас намного, ну прям так хорошо положила, что прям вот впиталось все. Конечно, знаете, какого-то там офигенного результата, что уйдут все морщины, такого нет. Этого может сделать только хирург. Ну так, чтобы увлажнить, чтобы там я для поддержания влажности своего лица, вот может наносим всякие маски. У меня кожа очень сухая, поэтому после умывалки она вот такая всякая, прям вот такая. Приходится вот пользоваться разными средствами. А куда деваться? Все как у всех. Ну и приготовила себе ужин. Сажусь монтировать. Вот. Потому что с маской как раз пока смонтирую, масочка впитается. Вот. Маленькая какая-то недоспелая. Не как у нас в саду. Хотя вот это вкусное попало. У нас в деревне вот эта малинка была. Не то, что здесь. Ладно. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.